Да ладно, какие люди? Блин, Кэп, не говори никому, пожалуйста. Ну, пойми, просто сейчас кризис. А я ищу в Warface вернуться. Доната нету, ничего нету. Ну как быть, ну блин, ищу хоть что-нибудь, какие-нибудь пин-коды на один час. Не сыр, а куха, будет тебе пуха. Для таких, как ты, кто долго чирил, я уже новую ссылку в описании намылил. По ней проходишь, все нужное находишь. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май! Рамбы обнаружены. Костюм готов к массачизации. Ну, Ракутаген, это просто бессовестно, я считаю. Нет, Кэп, это жизненно, это самый сок. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит Капитан Очевидность, Тавор СНР Warface и Ежи с Рамбами. Но это ПТС, кого дали, того дали. И есть у меня для вас отличненький анекдот. Анекдот такой. Муж говорит жене, сегодня будем заниматься сексом по-пчелиному. Она говорит, а это как? А он говорит, это... Хэдшот, детка, you get... О, да! Нет, он говорит... Спочином, рачина! Вот, благодарю, Налина. Она говорит, это как получается? То есть по-пчелиному это ты намяжешь меня всю медом и будешь облизывать? Он говорит, нет, это ты подлетишь, пососешь и улетишь. Блондинка. Я вижу, да, блондинка. По пчелиному пошла. Да! Сука, жестко. Настроение сегодня классное, Тавор СНР, где он? Должен признаться, Тавор СНР в этом виде это лучший подарок наших разработчиков. Лично мне на Новый год. Это просто лучшее, что вы делали. Вот это лучшее ваше достижение за, в 2020 году. Вот, ну, нагиб. Ну, вот это оружие сразу видно. Оно просто создано для таких мышей, как ты. Для Абсолютно. Удара в спину, для зажима рамбов на респе. Да. Это вот, ну действительно, это вот прям золотой стандарт. Не могу спорить. Я совершенно с этим согласен полностью. Друзья, вы сами понимаете, ну в этом сок. Это же качественно. Это очень и очень хорошо. Не знаю, мне лично нравится, что именно так Тавор себя ведет, а не как-то по-другому. Слушай, ну где-то воюют, я не могу понять, где все вообще, а? Че за движуха странная? Почему они, правда, на респе сидят? Я не могу сказать, что у меня команда там сильнее, чем их. Но тем не... Сука. Ладно, голубчики, сейчас я вами займусь, вот Да вообще оборзели! Ну давай. Давай, герой. Хедшот. Вот так вот. Хедшот, малышка. Аж стала шишка. Наглые, блин, слышь, засели. А, по-моему, они реально не собираются просто оттуда выходить. Им там нравится. Пару человек убегает, остальные просто сидят и крысят на респе, блин. Ну, вообще хитрые. Не, ну на самом деле я тоже так могу. Если вы так дальше будете, я сейчас тоже закрышу. А я это умею. Да в этом ты вообще спец. Ты давай там не поддакивай. Вот так деточка, да? Ты чё это задумал, братишка? А вот-вот, сейчас будет. Есть у меня один план тут. Элис нашего времени. Ну и что? Ты Элиса-то вообще не трогай, дядя. Так. Вот так. Дабл килл, деточка. Элис, чтоб ты знал, а по большому счету, если разобраться, этот человек сделал для этой игры больше, наверное, чем все остальные ютуберы за все время. Я не знаю, сколько бы тут, наверное, сотен человек играло всего лишь, если бы не этот человек в свое время. Ничего плохого! Олдскульный стиль, олдскульная карта. Олдскульное, можно сказать, древнее, времен динозавров оружие. Кайфуем, ребята, старый Warface сделали. Да-да, вот так вот, деточка, дабл килл. Где-то тут, вот он. Хитрожоп какой, вообще молодец, нет. Пару ребят есть, которые собрают, пытаются обходить, что-то делать, но, ребята, Тавор СНР, это настолько ультимативное решение, что тут, как говорится, чё ты не делай, а все равно будет глубоко и надежно. Да, о, сука, я не убил его, ладно. Пацан, да вы чё, блин, слепые что ли, блин? Я вообще поражаюсь всегда, как это можно так? Бегают прям среди них, они ничего не видят. Ребят, соберитесь, ну. Хотя пофигу, ладно, можете не собираться, мне больше достанется, давай. Так.
Вот тут какая-то движуха сочная идет, вот тут. Слушай, вот, у них вроде броня нормальная, это беспредел какой-то. Да. Если эту пушку ведут в таком виде, я думаю, у многих пригорит. Да я не против. Пусть горит. Да? Так. Ну чё, давай. Сука, это всегда работает. Блин, нравится мне. Да-дам-дам, да-гима-дам, я товар сегодня взял и минус дал. Да, пушка супер, просто класс, кто не верит тому в глаз, я зажму товарчик свой. Пусть бомбит, ребята! Ой, дабл килл пошел, я рачка еще нашел. Да. С детства с рифмой я дружу, но с товара я нагну. Да, детка! Вот так. Хавай лимончик. Опаньки! Еще! Ну, пожалуйста, ну под конец! Да, детка! Дабл килл! Ну, в общем, я кончил. Благодаря Элизу многие люди в эту игру пришли, а благодаря тебе, я чувствую, многие теперь уйдут. Я не против. Да, я не против. Итак, что могу сказать вам? 26 фрагов, 8 хэдшотов, you as own, 5.2 сыграли. Да и меткость очень даже годную с товаром показали. Пушка стала бомбовой после улучшения ее вот этой тряски, отдачи всего. Она просто ма, сок. И для того, чтобы гнуть маслят на паблике, это действительно топ. Кстати, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, то ставьте лайки по желанию. Как хотите, яйки чешите, это обязательно, без этого просто никуда. Яйцо почесал, и твой товар всегда нагибает. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами.